Должно быть какой-то здравый подход к этому. Потому что мыло это тоже вроде бы бытовая химия, но невозможно использовать, не использовать мыло или гель для душа. Поэтому все должно быть здраво. То есть если где на какой-то бытовой химии конкретно есть, она является опасной, токсичной, стоят соответствующие маркировочные знаки, что это вот опасно, токсично, то, конечно, беременные женщины с такими бытовыми химическими препаратами лучше не работать, не использовать их для мытья, для очистки, и попросить, чтобы это сделал муж в конце концов.